Сегодня опять едем на стройку. И единственный минус, что нам надо заехать в Леруа и купить трехметровые, короче, профиля. Проблема не проблема, но нам надо их донести пешочком. Идти до дома от Леруа минут, наверное, 25. Как мы их понесем, я пока не знаю, но сегодня по плану догрунтовывания стен. Надо раскинуть сетку везде под штукатурку. Потом штукатурим стены, если успеваем, ну, расставляем маяки. Но я думаю, мы сегодня успеем сделать всю сетку, прогрунтовать все стены и поставить, наверное, маяки хоть где-то. В принципе, задача такая не особо сложная, поэтому едем делать. Приехали в Ксенопарк. Сейчас пойдем в Леруа, будем смотреть профиля. Сказали, что нужно донести 20 штучек, это где-то 4 килограмма. Но суть в том, что реально они трехметровые, я не знаю, как по этим улицам их вообще тащить. Сейчас посмотрим. Скрипчики свои смотришь? Короче, суть в том, что около дома есть строительный магазин, там есть эти же профиля, прямо около дома. Но мы же любители поэкономить. У нас экономный ремонт, ремонт отчасти своими руками, поэтому лишнюю 1000 за то, чтобы тут донести. Сэкономил, заработал. Ну вот, короче, профиль. Блин, ну он длинный, пипец вообще. Подожди, возьми его, поставь на пол. Представь, если ты его будешь нести на уровне себя, например. А сколько надо штук в итоге? 20. Ну, в лифт мы точно живут. Здесь, да. Донесешь, нет? Я донесу. Ну, когда я подниму? Тяжелый. Охренеть. 10 миллиметров премиум. А сколько штук? Количество 25 штук. Короче, мы купили профиля. Только вот мне что-то не особо хочется вот так идти. Блин, это вообще куражи. Вот, короче, через такую дорогу мы пока вынуждены ходить, потому что здесь строить будет сложновато. Но мы почти пришли, мы справились. Да? С моей моральной поддержкой. Вообще. Если бы не ты, я бы не знаю, что я делал. Давай, держи, все, побежали, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, короче, через... Все, мы на квартире и продолжим, короче, грунтовать и ложить вот такую сетку. Еще вот здесь надо положить, здесь прогрунтовано уже все. Вот здесь прогрунтована половина, тоже надо положить. Здесь надо прогрунтовать, ванна вся не прогрунтована. Здесь вся сторона не прогрунтована. Не прогрунтована еще вот эта часть блоков, потому что она сохла на тот момент. И вот эта часть на кухне от половины окна, вот эта часть, потому что здесь неудобно было грунтовать, здесь смеси. Вот. И все это быстренько закинуть в сетку. Выставляем маяки вот эти. И будем сегодня уже, наверное, я думаю, прям штукатурить уже. Должно быть все просто вах! Конфетка из квартирки должна быть. Конфетка вот такая. Прям. Ремонт с нуля своими руками. Короче, сделали свет. Это провод соединили с патроном, короче. Теперь хотя бы в ванной у нас есть хоть какой-то свет. Что так грунтуем, чтобы прибить всю пыль. Но надо постараться потом еще не пылить. Отрезали профиля, короче, лишние, 20 сантиметров. Замешали раствор. Что это у нас, штукатурка? Ждем, когда чуть застынет она, да? И будем сейчас выставлять маяки.
А сегодняшний день закончен. Установили сетку везде. Вот в комнате везде есть сетка. На кухне тоже сетка везде, кроме вот там вот в углу. Вот здесь вот над, короче, дверью, и здесь над проходом нету. Ну и вот здесь уголочек. Прям немного. Потом, короче, в коридоре тоже сделали сетку везде. Здесь везде сетка, кроме вот этого проема. В ванной пока ничего не сделали. Сетка закончилась. Решили просто начать со всей остальной площади. Ванну пока оставим до момента, когда мы будем выставлять там тоже блоки для перегородки душевой. Вот. И мы выставили сегодня маяки. Вот такие, короче, у нас оказывается кривые стены. Здесь пролазит палец, причем не так, а вот бочком, где он пошире. 1.5 сантиметра смело прям. Прям вообще жесть. Здесь вообще 2 почти. Вот так вот. Но здесь будет стяжка, поэтому, в принципе, не так страшно. Вот. А комната вся в маяках. Там, наоборот, сверху. Вот здесь? Да. А здесь будет сверху. Ну, то есть, наоборот, тоже. Значит, там будет снизу, с той стороны. Вот так вот строят. Задача, короче, задача. А подмазать вот эти места штукатуркой. И до прихода Саши, может быть... Попробуем сами самостоятельно выставить маяки. Надеюсь, может быть, что-то получится. В принципе, пока никаких больше новостей. Но, может быть, уже в субботу, может быть, уже поднимать, штукатурить. Так вот, чтобы хоть какой-то, видимо, эффект был. Все, на сегодня наша работа закончена, мы едем домой. Ты довольна сегодняшним днем? Я да. Мне кажется, мы молодцы. Я очень устала. Все было круто, но я надеялся, что мы сегодня чуть-чуть, но начнем штукатурить. Дорогая, мы направляемся домой. В принципе, на сегодня уже записывать больше нечего. Это был влог со стройки. Пока.